Привет, дорогие друзья! Опять после своей такой недолгой прогулочки я вернулась со всякой ерундой. Но раз я все время ее покупаю, значит, зачем-то она мне нужна. Зачем, правда, я не знаю. Показываю. Правда, освещение. Но ничего. Ободочки, конечно, это не для взрослых женщин, я полагаю. Но я пренебрегаю всеми этими устоями и ношу то, что мне нравится. Поэтому я купила. Я хотела взять один ободочек, но мне еще парочка понравилась. А потом мне сказали продавцы, что оказывается акция. И я решила, ну если уж акция, значит надо брать. А носить я их буду, когда я низко делаю хвост. Но я еще ниже буду делать его. И вот ободочки. Я наподобие уже купила один ободочек. Но он похож немножко на капельное серебро, на гематит. А вот этот такой вот черненькие такие бусинки. Оп, что там? Ну вот как-то так. Один. Ой, это один. Вот второй. Такой золотисто-желтенький, такой нейтральный, в глаза не бросается. Это я там, у меня зеркало еще есть. Далеко, правда, но я так немножко вижу. Вот так. И еще один, чуть-чуть отъеду, а то, может, меня не видно, а я зря снимаю. Я ж не вижу, что я снимаю. Это я так, знаете, по наитию. У меня ж фотоаппарат, не камера. Так. И третий. О, это тот, с чего все началось. Вот с него все и началось. Он мне понравился. Вообще нейтральный, незаметный. Так что-то поблескивает в русых косах моих. Вот. Вот, друзья. Таким образом, растранжиривается семейный бюджет. А ой, что я делать? Кот, в смысле супруг, подал голос, что ничего, типа того, что нормально. Женщина должна иметь свои игрушки. И, наконец, это, как сказать, самая интересная покупка, из-за которой вообще все началось. Я не собиралась вообще тратить денег. Совершенно. У меня не запланировано было на сегодня. Тем не менее, я увидела вот этот браслет. Я надеюсь, что вам видно, что это зеленые бусинки-камешки в золотистом ободочке. А мне так нравится. Так как же его цепить? Ну ладно, пусть пока повисит. А мне так нравится. Зеленая с золотом, просто обожаю. Такой изумрудно-золотистый браслет, просто золото и изумруды. Так, тут у меня куча, вы знаете, это вы все знаете. Так, вот на это не обращайте внимания. Сейчас. Типа того. Ну, типа того. Вот так вот, пример. Такой красивый, такой классный. В общем, я в восторге от этого браслета. А, ну, и купила еще квас, фанту.
Вот не могу я без этих напитков, вот прям не могу и все. Не могу без кислого и соленого. Вот всю жизнь я ем соленое, кислое. Это для меня даже больше, чем сладкое. Соленая кислоежка, если уж так разобраться. Вот, решила еще показать вам, как это выглядит при остатках дневного света, потому что уже смеркается немножко. Ну вот, я на окошке решила вам показать это. Красивая штучка, очень красивая, зелененькая. Так, и поехали дальше. Вот они, мои ободочки, видите? Вот это, который мне сразу понравился больше всех. Ну и эти паровозиком пошли. Хорошенькие. Все, мои дорогие. Пока-пока.